Сегодня у меня в офисе, который находится в самом центре Атланты, большое корпоративное мероприятие. Смогу показать вам офис. Офис-вход, а вот там за стеной сейчас идет игра, вы можете слышать, люди разговаривать. Тут у нас очень интересное здание, тут потолки 24 фита высотой потолки. Всего вот этого, этих стен, этого туалета, вот этой всей надстройки, этого всего не было, это все я строил. То есть тут было просто открытое помещение. Вот так происходит игра. Тут сидит человек, который следит за игрой. Тут можно давать всякие подсказки на экране, который внутри. А в это время мы на камерах можем видеть, как люди играют. А видите, он в наушниках, потому что он может слышать, что происходит внутри этой комнаты. И у него есть микрофон. Может им даже подсказку дать. А вообще, по телефону еще тоже даем подсказку. Hello, yes. Have you guys read that newspaper clipping really well? А тут у нас идет другая игра. Помещение это очень маленькое, и вот здесь, это у нас тут три комнаты в этой локации, и три игры. И вот это компьютер для одной, это компьютеры для второй игры, а там вот компьютеры для третьей игры. Здесь у нас видеорекордеры стоят, это у нас аудиосистема, это аудиосистема, это ну, микровейка для нас, тут небольшой сейф, если наличка есть, и куча-куча проводов. Это у нас вот тут... Такая компьютерная система, специально сделана для нас, чтобы открывала замки, подсказки давала и так далее и тому подобное, чтобы мы слышать могли. Это наша старая система, которую мы разобрали. Всякие подсказки. Это вот загадка. Эта дверь обычно закрыта. И тут им нужно найти специально руку, так приложить, ввести пароль. Тут звук играет, тут колонка стоит. И дверь эта откроется. Здесь у нас еще одна игра. Это побег из тюрьмы. Мы построили здесь маленькую тюрьму. Это вот закрывается. Видите, на замки. И то есть они не могут выйти до тех пор, пока не решат загадку. Ну, конечно, тут есть, поскольку это Америка, и тут очень все серьезно с пожарной безопасностью, то у нас есть кнопки, которые они могут нажать, и замок откроется. Здесь есть тут электрическое кресло. Люди должны в него сесть. По-настоящему, и тут привязать их, и тут закрыть должны дверь, и тут есть такой рычаг, когда его потянут, тут начинает так трещать все, как будто электричество. Это наша последняя игровая комната здесь. Видите, это такой вот пазл. Нужно все их в определенной последовательности поставить. И только тогда загорится. Вот смотрите. Выключилось.
Вот пазл, который руководит вот подсветкой вот здесь. То есть им нужно, вот смотрите, цифра номер 38 горит зеленым, а вот красным. И вот нужно с трех проводков, здесь цифры еще внизу, чтобы получилось 25, и тогда загорится зеленым. Такой вот пазл.